В последнее время количество подписчиков у меня увеличилось, и я иногда захожу на ваши страницы посмотреть, чем вы живете. И я недавно заметила такую тенденцию, что у многих на странице висит пост о бешеной сушке. Да, я зашла на этот сайт, именно на сайт, не в Инстаграме, почитала условия участия, призы и так далее. И я очень часто стала встречать такие же варианты сушек у ппшек, диетологов, домашних фитнесистов и же с ними. Поймите одну вещь. Все эти вещи, как сушки, марафоны и все остальное, это ограниченное время. То есть похудей и выиграй. Получается такая ситуация. Ты сжимаешь булки и начинаешь ограничить себя во всем и делать какие-то задания. Но это время проходит. Получается ситуация обратная. То есть ты 3 недели сжимал булки, не ел, что нельзя, занимался очень активным спортом. Но у меня всегда один вопрос. Как долго ты потом проживешь так? Если ты хочешь выиграть, это один вопрос. Если ты хочешь убрать лишнее навсегда, это другой вопрос. Поэтому, девочки, мальчики, давайте не будем путать. Похудение, здоровое питание, так называемое сбалансированное, постепенное снижение излишней массы тела, здоровый образ жизни, адекватное мировосприятие с соревновательным эффектом. Хорошо?